Сегодня 17 ноября 2018 года, мы находимся в Санкт-Петербурге и собрались здесь на семинар по поводу цифры 7. Приветствуем Ирину, цивилизацию Хамилия. Расскажите, пожалуйста, что же за семерка такая? Держи коды в зароку Рабосакана. Прежде чем приступим к кодам, Бишиндермашра Харабаты, держу коды, необходимо освежить информационное поле Абасандермашра Пата, чтобы ваше сознание воспринимали система уровня активности Дужукуру Башакана цифры 7. Амбисин Дужуона Хирамасра Пата Дужукода Бата. Давайте пройдемся по системе информационных полей Дужукожи Бата. Что же значит цифра 1? Бишин Дамашакана, кто ответит? Зиндозунда уже батыхи, дежуку работ. Совершенно верно. Это система основных программ дежукуды басакада, которые являются основой для вас и дежурбошерху работы, основой матричного кода, где дежукуды басакана, с помощью которых вы существуете здесь, сидим астромасакана, активизируете свои мембраны. Риба жибата, цифра 2. Новые программы, повторные прохождения старых программ. На качественном уровне. Антижуали Хаджима Шарапана Хана. Совершенно верно, что система дезукода дает возможность выйти в более ресурсные коды, и Димашарапа Сакада, соответственно, качество энергии более мембранное. Хира Машаркада, цифра 3. Качественное прохождение. Дижундужуаны Шарабосы Баты, делись чужукоды, цифра 4, совершенно верно. Цифра 4. Кармическая трансформация. Эзиндуоты, цифра 5. Мощное прохождение. Дежунду музыка на сила мощи, даже работа хана, цифра 6. Баланс, гармония, энергия. Алиджундруана Хамаса, Дижикоза Батальхида. Какие вы молодцы, что знаете все основы актива. Алимашандруана Машрахада, Дизи Дузукоды. Как же вы думаете, что же за коды составляет цифра 7? Дихмаса Дужирбота Хада. Насколько она ресурсная в полях Дужирбота Хода? Насколько является негативным модулем? Миссиндуоза Бата, включайте свои сознания. Наверное, что-то связанное с кармическими ходами, уроками. Связь с высшими. С кармическими уроками, наверное, что-то связанное. А у Дижундужумода Мада еще какие знания? Интуиция. Диди Закада, еще какие у вас работы есть ответы в поле? Знания. А? Знания о высших мирах. Адижун джуона хера масрапанди, дежукоды, али машрапашрапанди, лихтожукоды. Мы сейчас изучаем основу системы цифрового модуля дымашрамашрапата хейда, силы того, что это энергетический актив. Лимашин дымашрамашрахарабида за коды. Наверное, каждый замечал, что система кодов дымашрамаса хейда в этом мире выстроена через цифру 7. Дымашикана, 7 дней в неделю, дужурбота хана, дилимашамити грабата. И даже системы вероисповедания работают точно так же. Дужукоды, 7 дымашрапата хада и дили хейда, клеточная мембрана активна за 7 дней до Жирбошихона, чтобы вступить в активный модуль. Хейда Машра Машрапата, Дида Дукода. Какие еще варианты по коду? Машахана, что еще происходит в Машрахона в 7-дневный модуль? 7 ног? Анут. Дима Сабата, совершенно верно, Дужуко Жибата Хида, основные звуки, которые выстроены в активе Дужуко на Машаридели, Дужуко на Машарами Сапата. Это система ваших нот, Машарапата, ваши знания имеют эти системы состояния, и даже уже Бурбота Хона, так как вибрационные звуковые модули дают вам какие-то мелодии. Али Дужун Машарами Шрихада, так как вы знаете, что мелодия это Дизуко Зурбота, это некая вибрация, которая точно так же вам подается Дихмасра Пашрапата, и система подается не просто так, а обычно даже вот эти рамашрапаты, некие системы являются исцеляющими сегментами даже кода, некие восстанавливающими, некие басрапасахана трансформируют коды, и даже кожа ботра и рабасахада, и с помощью этих семи нот они работают в мембране. Рима Шибата, какие еще есть варианты даже мощного рабосахада, что же такое цифра 7? Стабилизация. Видимо, сегодня с вами хотят поговорить. 7 гномов. А миссия даже када, кстати, есть в этом... Как? Вибрационная семеричность мира. Линдужон-дужоны, шикоды, бисинды, абашиндрожи-коды, масрапата. Есть в этом смысл, потому как система планетарного состава дужурбота-хада имеет 7 полей планетарного уровня, дужукуру-бошикоды. Каждый уровень тоже делится на разные формы, дыхмашра-машра-харабата. Каждая форма тоже также делится на 7 измерительных форм. Линдужон-хир-масрапаты. Всего каждая система составляет 144 энергобазы башрапата-хида, и при этом босседабата, каждая база имеет дужукоды, 7 основных
темных энергий. Думаю, что Рамашикану мы будем дальше это изучать. Рих тоже Ошрапосапат, но опять же все по 7. Зинта же Машрапата. Я вас ввожу для того, чтобы дуже коржу коды, чтобы ваше сознание включить в коды Машрапата, и вы распознали более глубже эту энергию поля и дых Машрапата. Что же еще с цифрой 7 связано? 7 чакр. 7 цветов радуги. Мисимада, 7 чакр, совершенно верно. Дужуко работа Мишрана Маса Хейда, рабочие сегменты центров, которые дают активы. Дужукона Масра Мишра Харабата, дабы человек существовал. Зи Дужукона Срамана, еще какие варианты? 7 дней творения. 7 небо. Дизинтумо, да это Маша Тужуо Тензи Маша Хейда. А как расшифруете 7 небо в активе? Миша Машрахана, некая качественная энергия, которая более высока даже кожи Ботахина и Баслямина. Почему человек говорит, я на 7 небе от активов? Ты думаешь, Машрахарабата, потому как это некая Бисидужрупотахана, считывается высокая энергия, которая дает право рассчитывать сознание больше хода, что я нахожусь в восторге, в благости, в активе модуля. Зима Шипата, что еще с цифрой 7 связано? Давайте подключайтесь. Зиндоза мода, совершенно верно. Димаш Рутоза Бата, Бжителя Хейда. Здесь, наверное, все сказано, что дуже больше хада, что качество энергии говорит за себя. Дыхмаса дуже кода или Мишера Масамина, что здесь энергопотенциал активы. Али Духону Машера Пида, Зукожи Коды и Бисимина, Абасада Башакана. Если говорить о цифре 7, Али кто тоже он дохера масра мишра харабата. Если вкратце сказать, это дижу кода басрабата. Если я вам скажу, что это система кода новой жизни, бижинта машахана новой энергии, а дижу кора уже кода качественного высоковибрационного модуля, а бисинта масахада, который дает возможность системе активно существовать в матрице, а бушин тоже работа с коды, так как эти коды имеют значимые модули в системе матричных басрахарабата всех активных программ, дозу кожи работы хода и на цифры 7 выстроены системы качественных энергий в модуле. Римаса бата, это значит, что дуже куада бата, когда вы бита или хина, встречаете цифру 7 в своем активе. Алимаса де башрахада, эта система дает начало-начал. Алихту зухира басар бижер куруботы ходы. И если ваши коды без интемашра харбата хана сталкиваются с этой матрицей, то, соответственно, система несет бушентухоны информационные поля о том, что дидалих маса дижерпота положено начало на вновь новую жизнь энергии, Римаса Дамашакана, раскрытие новых возможных состояний, Хида Башракана с качеством прохождения пути. Дзин даже у нас Али Пашрапан, Дзижукада, Дзин Далюхота Хана. Например, возьмем 7 дней в неделю, ту же кожу Матархана. То есть закончился цикл, вы выходите в новые программы. Хида же больше Хана. Почему вам выстроили 7 день Бишимады? Это воскресенье. Хида Башрахана обнулить вас и вывести на систему активного модуля. Римбашин Тужуана Машахарабата, Дзин Далюхота Кода. Почему у вас 7 чакра? Это система космической энергии, это восполнение, новая жизнь, которую вам дается в обиходе. Хида же кожу Ботра Машахана, которая дает возможность вам активно существовать, хиды же коды, и в течение ночи вы заполняете за счет этого модуля хиды башрапата, дабы быть в ресурсе и в активе полей. Ринзу же он дахимаса держу кору басрапата, то есть если вы лицезреете в матрице, а бушин тужу кору башракада, система цифрового модуля связана с цифрой 7, а лихту мушин дозу кону, соответственно, система модуля выстроена таким образом, что бушин дамашра харабата, система матрицы включает коды на качественную систему энергии проработки матрицы, Алих Машра Басарапата с системой неограниченного времени и дуже кору больших работы, но с успешным окончанием поля Башарапата завершения программ. Дижу это? Понятно? Алима Сабата, Дижу кору работа. Отсюда выводы, что Бисинда и Машра Хидакана. Каждая система цифрового ряда имеет энергию. Али дуже кону Машра Ди, дуже кону Сабашра Клада. И коды системы цифрового носителя, как система кода матрица цифры 7. Алих тоже вот за код, дуже коды является активным участником для системы существования матричных кодов, то ваши каны вне зависимости от программ. А Бусин тоже Матарабата, который дает в системе и дуже коды качественное бытие, начало новых начал, дебаши дуже работа, новую жизнь, пути активности, новое поле. Али дуже кода Масрахана, что дает новое ресурсное состояние в качественной энергии проработать поля. Зима Шрамасра Хейда Бата. Сознание ваше восприняло? Дозин тужуон и хера масрапата. Например, дозу коры делихи и жирбасапата. Если вы видите цифру 17, ходу же мошрах работы, кто сможет расшифровать этот модуль? Бисимата, например, время 17.17. Дозу коры работы в вашем сознании активно в модуле.
Вы что, все молчите? Они вас пытаются вывести. Не знаете? Новые программы с качественным новым прохождением пути. Миссия Индемасра Хараба – это система матричного кода, который дается на качество системы ресурсного состояния, вывести программы до жорбошек работы и пройти пути активности, провести пути активности в новые поля. Миссия Машрах работа, Миша Пана сидишь у кода. 127 Дыма Шакана, кто расшифрует нам? Миссия Делимашера Божикада, чтобы вы понимали, это самый ресурсно-числовой сегмент, который находится в матричном активе. Виджукуды Хирамастропаты Бисиндемада, потому как система цифр работает только в матрице высоких полей, Хидыжу Бошихода, что дает возможность активно существовать в модуле любого программного обеспечения, Хида Машрапасапата. Если вы в матрице любого продукта, Масиндежукона, любой голограммы, которую наблюдаете в поле, Хида Масрахада, это качество системы жизни, Джурбота Хода Захида Бада, который составляет новый ресурсный программ. Программы и дает качество обмена. Бисиндели Бушерху работы, то есть продолжение жизни, Бишерапата Хана, активизацию поля, Алихтахида Жирбоса Рамата Хида, качественное прохождение пути, Эдижунджуота Хирамаса Хана, с новой энергией, с новым полем, с новыми возможностями в активе. Алихмаша Маша Хана, потому как система цифра 7 абсолютно активно работает в матричных кодах, Эдижур Бушерху работы со всеми голограммными модулями, связанными с цифровыми рядами, Дыхмаша Маша Рахада, Бисиду Хода и активом сегмента активности поля, Эдижур Бушерху работы является то, что цифра 7 является энергией, которая дает возможность Абушин Тужо работы Митри Хана выводить на новую качественную энергию Дежурбоших работы Хана, то есть открывает новые поля возможных состояний Алихмошер Масахарабата для того, чтобы систему пройти ресурсной в качестве поле ресурсных Абусарабашакада обиходов для себя. Тяжело говорят? Чем принципиально отличается 3 от 7? А мы с этой пады абсолютно всем. Дужуко работа. Цифра 3. Расшифруйте нам. Качество. А Мишин Дужумотра Масрахида, вы вступаете в программное обеспечение больше Дужуку работы Масса Дижи Карабата на базе того, что вам дается в голограмме Хидужуроты Масса Делитоты Мишин Рубашра Харабата. То есть вы проходите матрицу, которая вам дана Дизерпата с полным исполнением того, что Дижи Кода Зепита в полную мощь работаете по этому активу. Алима Сандемаса Кана, цифра 7 несет систему новых возможностей материал, тоже Бошербасхана, ресурсного созидания энергии, который дает качество прохождения пути, Жукурбашукурбота с новым наполнением поля, Лихмасрабата Хана на долгосрочной основе. Либо Шипата, в этом разница. Поняли? Лида Шона Жубота Хина Шербаса делится Жукона с этой массой Дужукрот Рамаша Пита Лихана Абусантроте. И если говорить о цифре 7 в целом, то матричные коды подразумевают систему состояния того, что действует лихводы обычно даже Машерпата. Это система энергетического потенциала, которая дает возможность активно любой голограмме существовать. И Дужукода Баса Хана, неважно на каком сегменте голограмма выстроена через этот модуль активности, а Лихматра Жукора Бошерукода Баса Дида, вам это дает систему активизации Жукурбота Хана в качественной мощи силы вывести в новую программу Думашрахурбота Хана, снабдить новыми полями, Лихмашрабаса Хана подключить ресурсное состояние матричных кодов через разные голограммы Дужукода, опять же цифровых модулей, Лихтожурбосрахода для того, чтобы Басрамашрахида, система долгосрочной основе Думашрабаса Хана выдавала активный материал, то есть и Бижукожукоды, и система дает дальнейшие коды на раскрытие Басрамаса Хана активных процессов и полей. Лиджи-коды, это понятно вам? Что, все поняли? На Лизу уже мода, вопросы есть? Короче, любое новое дело, если хочешь, чтобы оно качественно проходило, добавляешь семерку. Изимат, совершенно верно. Ризу же больше хона. Если вы хотите, чтобы долгосрочная основа приносила вам новые поля, Хида Масрапата Хада, то есть у нас программа за программой дает новое ресурсное состояние. Алихтужу Антахи Машра Масатида, соответственно, вы через программу можете открывать новые активы для того, чтобы Адида Журбос Эндумоды впустить матричные коды, соответственно, семерка является сопутствующим звеном. Алихтужу больше хурбота для того, чтобы активизация модуля была активной, эффективной, Дужу больше хурбота Мишрипата и активно открывала поля на новые программы. Зиндежуона Масрапида Хада, если тройка несет систему сути существующей программы, как Машахана, силы и мощи, качество прохождения пути активности, Лихмасрапата, то семерка дает возможность активно, ресурсно существовать качественной энергии через разные Бушарубашахана, голограммные модули матрицы, Диджурубота Мада, то, что называется новой жизнью у вас, Лихутужурубостер Масахана, то, что дает новые возможности
возможности, новые ресурсные программы, Алихтамаш Рапат, раскрытие новых состояний Дужубота Харабата, новые инструменты, которые необходимы для ресурсных решений Басарибата, любых задач, Дужукода Баскана, потому как эти коды Бисиндеримаша Хана связаны с цифрой 7, абсолютно Бисиндеримаша Хана входят в состав обнуленным Хелебишрипата Хана и обнуляют материал Дима Шрипата с новой мощью силы, заводят в параметры. Дижона Масахана, какие вопросы есть? Скажите, вот если на машине номера, мы же их не выбираем, они достаются, например, 727. Это вот начало программы, получается, на высоком ресурсе. Лежа Матра Харбота, вы же знаете цифру 2 до Машир Харбата, расшифровывайте ее. Ну, повторное прохождение программы, правильно? Мисиндуоде, а 7? На высоком... На лучшем уровне, я так понимаю, или на новом, с новой жизнью, как-то не понимаю. Мишин Джубота с новыми полями на долгосрочной основе, что дает качество энергии, Дубашир Пасахарабат и выводит в активизацию. А вопрос такой, вот смотрите, а если машина, например, покупает один человек, а ездит другой, на кого вот это номер влияет? Али Мишин Духона, кому прибудет поле, Хира Масахана, в зависимости от системы состояния поля, Бушин Джуора, Бушир Хурбота, если вы в голограмму выступаете с этим модулем, соответственно, на вашем ресурсе эти поля. Ну, то есть тот, кто ездит, я понимаю. Мишимада, кто использует, да. Линду эту моды, жирота, хирабаса, джирбаты. Вернемся к цифре 7, как к носителю, как к базе. И тяжелый мошрух работы Мисикана, если говорить о вашей голограмме, о существовании вашей вселенной, хиджукурбуш работы хана или вообще мир абсолюта, хина масрабашрхана, то в мире все по 7. Дих мошрабата хида, 7 основных цветов. Ты машрамасакана, которые дают начало цветовым программам. Хиджу работа мишрамаса дида же кода зебата. Эта система дает возможные материалы, то есть разные цветовые системы гам, ты машрапат на основании базы 7 основных цветов, они дают модуль системы качества и дальнейшее расцветание. Это же вот этих программ происходит. Лихмаса Хана, что еще 7? Духтумашрамида Хада, кто в осознании? Мишимада, цифра 7. Дижикада, 7 дней в неделю. Дужурбошикана, каждый старый формат. Рихтужурбота обнуляется, дает новую жизнь. Димашрахарабата, следующий этап жизни, дает новую работу. Диндыха, Дужумоды, Хамады, Дихада. Какие у вас еще есть варианты? Эмиссия Демаса Дежукода, 7 планетарных уровней Демашрапаса Дежукода, которые дают жизнь, обновленную форму и качество работы Маши Карабат для монадических звеньев ваших. Дели Дежукода, какие еще? 7 плотностей, 7 уровней. Мессимада, об этом сказали. Не молчим. Дежунты из работы, какие еще предположения в модуле? Баса Дежукода или Хада, что с цифрой 7 связано? Масрахана, совершенно верно. Дужукожибата, это тоже система не просто так пришла. Дежукода лихи Масрапата. Каждые 7 лет дезитужурбота обновляется система, дает качественную работу, и каждый цикл несет за собой основу. Алихмашахана, соответственно, каждый 7-летний возраст журбота вашего временного кода несет за собой основу Дамаскана новых раскрытий и возможностей, которые дают материал качественной работы, и с последующими 7 годами выступаете в новую жизнь. Мишимада, какие еще варианты? Ну что, у вас стопор, что ли, у всех? Мишимада, 7 нот, которые являются самыми основными для системы Бушрукода Бата, голограммы Бисиндеримаша Хана, так как система звука – это основа. Римашрупота Хана, с помощью которого вы общаетесь, и система звуковой вибрации – это основные программы, которые ведут вас в системе бытия. Лида Зукожи Ботр Мада, какие еще системы состояний? Задумались, что ли? Дежи Мата Хана Жукина, Бисит Жукоды. Возьмем православный эгрегор, Маши Машрапата. Что связано с ним? 7 новых заветов. Босанте Маса Дежора Бата, Зили Тежукона Серепата, 7 новых заветов от Жука, Зили Хидрабата. А Бунда Аджикода Лихада, Зиды Хона Сукоды. Это тоже было не просто так выдано в материале, потому как 7 это коды, которые несут систему новой жизни для того, чтобы человек существовал и ресурсно выдавал программы. Лими Синди Маша Хана, что еще? 7 чудес света. Димасрабан Дидехана. Совершенно верно, Дужона Масрапата. Они тоже не так просто выданы. Адихута Машрахона для того, чтобы Дина Масрапита Хада. Как же человеческое сознание рассчитывало, что есть разные уровни системы состояния, которые дают возможности Башахона в развитии духа своего. Зинды Машрахана, Дежукода, который составляет основу жизнь людским параметрам, основы Гаи, Дежукора Бошрапата и дают житие на дальнейший путь программ. Мисихана с качеством прохождения пути. Семья.
Зіндоля шуконце мати дихада. Ви там теж є істинно в матеріалі ходжу андихіремаса біде до жукоди. У вас є ефірні поля в обіході, де маш рапати їх теж сім, і йді жукору бошеркоди. Вони теж являються вашими кодами, які маса на масахана активно вас захищають, активізують. Їх маш робосукони дають вам нову мощі силу для того, щоб ви активно существували в модулі. Зіна Масахана, дуже коди, дуже багато цифр 7 зв'язано кодів, то риба шерпата. Відкривайте своє сознання. Зима шукоди, в этом истина есть. Сима шерма срапата, хада воду, буддизм и дежуко работа. Это придумано буддизмом, эгрегорным модулем, который дает возможность има шерма срапита рассчитать своим осознанным существованием дыхма срахарабата эгрегорным модулем, который идут с рукой напрямую связан с этим полем дыхма шрахана, что все для счастья во благо энергии полей. Семь континентов. Семь матрешек, это и есть схема эфирных тел? А мишендозу босрапата, это система бишрапата эфирных тел, да. Семь континентов у нас. Доза бата, совершенно верно. Изделивши коды ресурсное поле, которое дает возможность существованию миру вашему. Семь бед, один ответ. А литоза мосера масрапата тоже есть истина в этих материалах, тоже мосера масрахада, потому как у вас система жития через качественное обнуление проходит в полях. Римас энджионы масрапата хида. Ответ только приходит тогда, когда вы обнуляете и трансформируете актив. Тоже мосера харабата. Почему говорят, что диды закада, пройдите все негативные программы и получите результат. Тоже босрапиты и димасрапиты. И так это бывает, что через активы проходите в актив. Тайна за семью печатями. Как? Тайна за семью печатями. Зиндуана масса делихуде. Ну, говорит, это уже знание, голограммные модули. Семь металлов основных. Дозы мачу жукода и зубата. Семь металлов основных, дуже работает хиромада, семь минералов основных, дуже работает, которые работают риме сибаса хана, форма очищения, пополнения и прочие материалы, которые являются основными программами. И зин дуже вона шукору боса бата хейда. И если распакетировать любую голограмму, думаю, шуку работы масса дижика бота, каждая система голограммного модуля имеет масра бата за собой основу, дуже коду басрапита. И каждая основа, она бисинды масрахада. По вашим знаниям, как система существовала, имеет систему Дохтомод, ресурсного модуля числа 7, Дыхмашрапаскада, потому как система абсолютно матрица завязана на этом модуле активности цифрового обосужуку работы обихода, потому как Делихтужуанахи на Масрамаса Дижипасахада, не познав все 7 энергии, вы не сможете пройти в качественный материал. Римашиндужуадыжикодабаса Делихтулюхутумашикана, и каждая матрица исчисляется через цифру 7, а Лихтужумашрухода, чтобы выйти в качественный модуль. Почему, если цифра 7 это основа всего, то цифра 9? Что это цифра 9? Ну, цифра 9. Почему, если числовой ряд из 9 цифр состоит? Антижун тоже отдыхина масса дрыбашрити даже козабата, потому как последующие цифры, которые даются в голограмме, дымашрамашрити даже коды, от которых вы узнаете далее, хина масса рамашрити лихашикада, они составляют лишь систему сути энергетической части, дымашрапата, это не основа числового ряда. Амишимада, это просто знание. Олег Масрабаши Дужуанный Хиза Басрахана. Распакетируйте систему материала, что еще связано с цифровым носителем, который дает вам возможность активизировать себя через эти показатели. Семь отверстий в голове человека. Ох, ну что тебе? Это как? Два глаза, два уха, нос, ноздри, рот. А еще Машрапата, она, кстати, права, да вот уже здесь рот, это Мидрапана, потому как система Бусазажирабата определена именно так, правда. Может быть, еще есть семь основных каких-то религий? Машимада, совершенно верно, джигода, они являются основой для кодов Тужуотых и Масрахана, семь основных порталов, которые участниками являются на Земле. А вот Москва на синих холмах? Озабата то же самое. Дихутрожикод, энергоресурсная система качественной работы поля. Очень башрапан дижико зебата, то есть система цифры 7 несет суть, а будто джуоты хиромасрапата, система восстановления качественной энергии на долгосрочной основе, лихтужуона хиромасахана, что дает новые поля, новую матрицу, новую жизнь, дихмасрапоса дебасакада, что дает новые голограммы для раскрытия сознания, хидамашрахана и прохождения пути. Лиды жукоды? Что вам понятно это? Когда вы говорите новую жизнь, что конкретно имеется в виду?
качество которого не было прежде, беспрецедентное. А Мишин Трошер, от Интели Машерпаса Ди Дежикода. Любая программа, внедряющая в поле Басадели Пашерпаса Хана, она имеет основу. Лихту жоты хирабаса дида, а дежу куртрау цибада. И когда система энергии начинает работать, она берет коды из матрицы. Лих Машемада. Соответственно, система дает новые поля активы и новые программы. Хида Машерпашерпата. Новая жизнь, включая в себя материалы, основу того, что до Машерхарабата. Включаются новые матричные коды, которые дают нововведенные системы состояния материалов в ваше сознание. То есть после сегодняшней встречи, сегодня 17 ноября, у нас у всех будет новая жизнь. Алина Дужон Дужон и Хира Масрапата, вы же можете цифру 17 расшифровать? Новые программы, которые запускают новую жизнь, новое качество. Мишин Дежоты, Машрити, Дежокозы Бата, Машрахирбита, Абасадроты. Числовые ряды тоже не просто так созданы в системе поля Машикана вашего календаря. Рит уже у работы Машрапида Хада. Точно так же вводятся системы матричных активов через абсолюту Машрапота. Обновляются формы, активизируются мембраны. Римишин до Машрапата. И каждый числовой ряд у Дежокурбота Хана, каждая система цифры созидания и Дежокоды Бата. Это и есть система матричного модуля. Рима Сакана, вы сами дежуко работы, мастерпата, день недели, дежуко рутихимашри мастерпата, день месяца и так далее. Рих тоже он и мастерпата. И числовые ряды, которые повторяются бисиндыходы в течение месяца, башрама сакана, они тоже имеют значимость. Рибис и башакана, цифра 7, дух тоже будет рамада, что она дает? Абичамада, к вам вопрос. Новую жизнь. Начало обновления. Новую энергию. А мишрапата, цифра 17. Новые программы с новым продолжением, с новым. И же рубоши коны 27. Обновленные программы на новом качестве с продолжением, с новым. И день дежу ботра харабата. И в месяце заложены эти даты. И дежу работы машрапата. И каждая дата имеет под собой основу дежуку работы мида. Если говорим о цифре 7, соответственно, в этот день, каждый месяц происходят определенные активы матричных кодов. Дежуку же ботра масрапида. Вы сейчас получили информацию. Будете замечать, насколько они эффективны. Дежуку рубашихона. Что происходит 7 числа, бишемада 17, 27, дежу рубаши роты масрапида хада. Какие качественные энергии участвуют в матричном коде для голограммы Демасрапата Хада и что они несут за собой. Лихутанзумода, потому как каждый день Эбашрапат, имеющий носитель системы активности цифровой базы, Димушинджуот и Машеркан, он закодирован в матрице. Здесь же вопрос. Что вы задумались, что так сложно? Лихон Зубботра Маса Дижикон Целихада, а Лих тоже Демисера Матетида Абашакан. Наверное, все знают, что Босса Дебата Хана клетка тоже обновляется душу пата каждые 7 лет. Риду Жукона Мишра Маса Рихида для того, чтобы вы впустили в программу свои активы Думашра Хана. Неважно, лекарства вы принимаете, душу бота, либо какой-либо инструмент в поле. Рими Шимада вы используете 7 лет для того, чтобы обновлять, активизировать мембрану. Рими Шерпада, даже просто простудное заболевание, принимая лекарственную систему Думашра Оцепан для Хи. Дехада. Дезибата вам дают дни на активы Думашрахада Бата 7 дней подряд. Удживобот НДИ лимиты для того, чтобы вы восстановились. Лихтонджи Мошрапата, и таким образом цифра 7 дает качественную жизнь Диджи Башракана вне зависимости от голограммы программы, ридышу кода и матричного кода. Все просто оказалось. С хорошим концом. Бисинтехода – это единственная цифра, которая дается Башармашхану без проработки материала, Бушинтехона с качественной энергией, Римашахана с продолжением жизни, Джукода с новой основой, Рихмасрапата Хана, так как это новая введенная система на Башарпата на базе старой, и Дижурушикона, что дает распределению поля Машрапата, работы энергии в полях. Дезинтуаны, Шикабаса, Делих тоже коды. И когда вы получили эти коды Масан Дымашрапата, вы сможете через систему знаний Дымашикана их рассчитывать, Машрапошакона согласно опыту проходить, активизировать Имашрапасрапата и активизировать мембрану поля знаний. Что можно сказать по поводу 777? Дежуна Дымашрапата, вы же можете расшифровать? Не уверен. А Зиндулю Башрапана делишу кода. Если говорить о самом качественном цифровом коде матрицы Димашрапасрапат, это самая высоковибрационная мембрана, которая дает новые поля. Мишикана в качественной энергии. Лима Сандежу Матрамада. Если сравнить 333 и 777, Дежи Машрахана, кто сможет?
Миша, мат, расшифруйте. Давайте, кто знает, поактивней. Что? Тройка несет именно максимально качественное прохождение опыта, да? Миша, работа, данный опыт. Миша, Ромасыкана, открытие новых программ с качественной энергией для рабочего работы, что является активным продолжением модуля Машрапата и дает активный результат. Миша, даже Машрапата хата. И чем интересна семерка? Тем, что даже работа, она дает возможность распакетировку вести до Масрахана в матричном коде, расширять и обновлять новые программы через матричные активы кода. А вот в этом месяце, 7 ноября, очень интересный был день, было новолуние, в этот день праздновалось Дивали, то есть это вот очень мощный был, да, день, который заложил начало. Али Мошин Джирубошипата, в основном все празднования, которые несут за собой основы дальнейшего бытия программ Духожибота Хада, идут через семерку. Так как тогда 7 ноября 2017 года насчет позитивности? Али Мошин Джирубота, Рамас Рахида Дикида, а перед семеркой что стоит еще? Мосымада, расшифровывайте дату. 7 ноября, расшифровывайте кто-нибудь. 11-е. Где же Матра Харабата и год? 1917. Новые программы, новая жизнь, новое качество прохождения. Дизинджу Бошра Харба, долгосрочная основа программ, которую несет Башрио Дебасакан. Девятку еще изучите и поймете, почему так. Алима Шермада, Дижу Вот и Масрахана, вам все понятно по цифре 7? А вот у меня вопрос. Во французском языке существует использование 8 дней, когда речь идет о неделе. Допустим, мы говорим через неделю, они говорят через 8 дней. Откуда это взялось? Али Мошинжор, Мошир Вос и Масахида. В каждой голограмме имеются матричные коды и Дижуку Живот Рамашерпана. И каждые системы, даже Новый год, исчитывают по-разному. Доджуку Живот и Джимашерпата, Дизикада. Здесь индивидуальный подход, но при этом цифровая основа Басантамада имеет значимость одну. Здесь же Доджуку Кода Мишракана. Значит, система матричных кодов, тоже работа Хирабат, то, что касается территории, взяло для того, чтобы обнулить и Машрапата Хада трансформировать энергию до Басалихиджи кода с помощью финансового кода Машрапата Хада, а восьмерку вы позже прочитаете. А связано ли как-то, значит, строение шейного отдела, 7 позвонков шейных? И масса хайбиты же коды, конечно, да. Башимада Хана, у вас физическое состояние абсолютно риту же кода активно связано, башимашарахида закада с значением цифры 7. Угу. То есть это как горловая чакра, 7 нот, да? То есть это как-то есть какая-то зона, машрапида хода, или хода же коды бата, или ты мисрепита, неважно, что взять, им если ты башрапата, везде, в каждом коде матрицы имеется цифра 7, как значимый результат, тоже кожа бодра харабата, возьмете физику, значит там система имеется, даже работа кона, возьмете любую программу, эти коды несут за собой основу системы продолжения. То есть в долгосрочное рассчитывание материала это, видимо, как-то можно использовать в исцелении физики, ну и, соответственно... Медицина тоже он еще вот здесь Башрапата. Наверное, вы замечали, что Биси же Башрапата мы очень часто говорим по 7 раз прогонять энергию, Джукора Башрахода Бата, по 7 раз дышим активно, Джукона Масахана, дабы заактивизировать каждую чакру. Лихту же он Тихира Маса, Джика, Баса Пан, Духты Хода. Это же не просто так, это коды, вводимые в матрицу для того, чтобы Лих Маса Джирпата вывести в качественную работу и в планомерные результаты Машрахарабат с повышенным качеством ввести в поля. Ну, то есть, когда существует в шейном отделе в каком-либо из 7 сегментов нарушения, то есть это как-то можно рассчитывать, да, как диагностика и, соответственно, привлекать какие-то инструменты. Ну, видимо, новые уже, да? Дизентроз и мочероходы мейсрепан дели тежекада. Вы сначала примите за основу, что 7 – это система основы, дежекода басрахада, тихида. И каждую программу через матрицу можно открывать таким видом, да. Можно ли сказать, что цифра 31 и цифра 7 преимущественно похожи? Миссис Бата, никак. Лима Шермашрахан, расшифруйте 31. Качественное прохождение новых программ.
Дижентрова Шрукоды, Масрахана. Новая программа, которая дана вам Мембрану. Режь Рукоды, а цифра 7. Миша Мада, начало, начало. Дуже вошах работы хида. На долгосрочную перспективу. Качественная энергия. Активно думаешь, Рахарбат, на долгосрочную основу больших работ в раскрытии кодов. Ну, то есть, Мишимада, что дает возможность вам активно существовать в качественной энергии, даже больших работ, и каждый код раскрывает поля основы. Дыхмасакан, если вы берете программу, значит, это будет продолжением пути. Мишимада, разница колоссальна. Более основательно и долгосрочно. Как? Более основательно и долгосрочно получается. Мишин Джуруоту Хейна со своей основой в проработке качественного актива. А вот по запросу выдается код ресурсного состояния. Соответственно, у разных людей эти коды разные ресурсного состояния. О чем говорит большое количество семерок в этом коде? Алимышин даже мотром бады, здесь же КамАЗ Рапида, значит, ресурсное состояние качественной работы несут обновленную форму в качественном активе через матричные коды, что дает возможность восполниться новыми программами, активизировать поля Дымашакана Дузерпата, что даст дальнейшее бытие в программе. А правильно ли я поняла про цифру 7? Если я хочу начать какое-то дело, то лучше это сделать 17 числа. Вот. Мишамада, совершенно да. верно. Дуже код то, чтобы оно имело долгосрочную перспективу. Алихмаса же работа Масахан. Но при этом вы привязываете коды систем цифровых данных, дуже коды с последующим модулем. Дихмаша Маса, диже кода. Ни в коем случае дида Масрапата. Не нужно, чтобы ноль был в существовании эфира кода событий. Лихмашахан, то есть после семерки Башрукона выстроено обнуление в модуле. Мишимада, потому как это может дать качество, но обнулиться без дижукода в материале вашего хода. То есть 17.05 не надо начинать? Дизимашербад, дижукода. 17.11 благо в модуле. Понятно, спасибо. Как? Либо же дуротихеры масрапат 0.7 качество дижуку работы. Через обнуленный материал вы выводите качественную работу в новое поле. 17.12. Зинды масрапата хейда благи ресурсы дижубошикона, что дает... Через исполненность башика на старых программ джибата выйти в новую с качественной долгосрочной основой. 17-13 еще лучше получается. Джибат еще блаже. Диду лихмаш рамасы дижикоды басрахейна. Приходите лихтон домашин джуота мада. Проходите опыт исцеления, соответственно, дижимата 7 дней исцеляетесь. Дижикоды, чтобы получить качественную работу. Дижимаш рамасрахана. Восстанавливайте структуру рихмоши мадахана. Прорабатывайте по любой программе 7 дней подряд. Зи дижукода мисри маша зи дижукора басрахада. Вступило заболевание. Дизукон жимош рахарабат. Для того, чтобы ресурсно восстановиться, бишрукона 7 часов, 7 дней дымас рамасрахана. Ни больше, ни меньше. Так заложена голограмма матрицы. Дома с вами работаете либо шинделих масапата, либо 7 часов проболеете, выше живого кода, чтобы восстановить ресурсы поля мишипата, либо 7 дней, либо 7 лет, ритужуонда маскана. Также любые отношения точно так же строятся в полях и даже боты для хирабаты. Только при отработанных материалах качество системы структуры дает новое поле. А как в жизненной ситуации применять семерку? Мишин даже боты, чем больше, тем блаже в активе. Вот, допустим, события какие-нибудь сложились негативные, там, на низковибрационные. А мишин даже моты рамасрахи даже кадабата. Наверное, все видели, что алимасанжимас лидеру рошу кода, что игры, коды, машимада хана, казино, зиндали машахана составляли 3 семерки у вас. Коды казино. Зиндали Масрапада Хада. Это же не просто так созданы события, дежон тахи Масраписи, дезебасрамада, а потому как действительно ресурсная программа в матрице выдает активный материал, дымашрапашкада. И даже если рассматривать матрицу игры, то жрубошу код, это самое фартовое число. Так, день не надо... знаю, не играла. Утро надо начинать с 3 семерок. Лима Сандемата, пропивая в голограмме тижу кожу ботрамада, это самым лучшим будет для вас. У вас номер телефона, по-моему, как раз таки на сайте с семерками, да? Да. Сколько помню. А 7 утра нужно просыпаться в болезни. Лима Шибата, в 7 утра просыпаемся. Почему дужуку работы хада бита? В основном рабочие дни выстроены башрахарбата, дужукода, чтобы человек пасарапана, дузахина воспрял духом в 7 утра, был активный, дужукожу ботрами, сримаши хада. Почему в 7 вечера заканчиваются рабочие часы, дужукожу ботрахи рабата в основе заложены как параметры, дужу работы, и вы уже дома. Дели хутрмаса, дебаса, дежикида. Потому как цифра 7 в матрице является активом, и башрахарбата завершения начала нового.
А цифру 7 можна усилити каким-то цветом і нотою? Лінджі роботи маша хана нотою, і ділічі роботи маша піти. Или как Зинты он до до. До? До. А цветом каким? А здесь же он до массы джика, на белый активный. А семь семерок? Здесь зиндру мозра падыхиды, что качество системы актива в продолжении пути бешукода, что это самый качественный модуль. Когда мы упражнение делаем 21 раз, это получается 3 по 3 семерки? Можешь маты, совершенно верно, да. Лучше делать 49? Дижентру от хиромашер ці ж коди бада. Чим більше усилювати параметр, тим блаже буде для любого состояння матриці. І коли считаєш, лучше по сімеркам считати? Дизентри маса бада, лучше по сімеркам. То есть, если проснуться в 6.55, либо в 7, это будет разница, да? Гозу Машрахана, просыпайте в 7 и получите более активный результат. А почему тогда сегодня на занятиях было сказано, что утром надо 101 раз? А Миша Маша тижу одежу на роду масса делихта масса поты, а бежикада. Но мы при этом сказали 7 раз, каждый дежуко работы наполняем через 7 в поле, Маша дежу работы мада. Для того, чтобы обменное включить поле, бежикада 101 раз в идеале. Цифра 7 в коде души и в дате рождения имеет одно значение? А бусендеожен телих тижу коды, абсолютно разные коды. Да. И как быть, как рассчитывать? Как еще раз... То есть в коде души семерка и в дате рождения. Чем отличается? Одинаково рассчитывать? Алин джуна шоу масрапата. Код души бизельмашахан имеет формирование полимонады. Тиджу масрапаты. В коде души система цифры 7 несет основу системы как раз земных программ. Рижу коды синджуоты масрапаты тидыхабата. И цифра 7 распакетируется далее башантухона бата. И вы в этом поле в матрице распакетируете дужу коды как основной элемент. А в коде души как, какое значение 7 имеет? Можно сказать. Здесь даже он и масахана. Качество прохождения пути актива. Дети машухода с качественной работой. Бушархан на долгосрочной основе зажигады в зависимости от кодов бытия. Риджу работы масрахида бата. То есть поле системы безвременного кода, что дает возможность активно существовать. Масахан, то есть в качестве. День рождения, это получается, что на этот отрезок жизни, то есть на эту жизнь. А вот он тоже мотра машакана. Каждая дата имеет систему значений цифрового ряда, который несет за собой суть основы джукоты хира машамиды. И вы пришли сюда уже с заложенным сценарием активным дыхмашрапата, соответственно, дижербота. Если в вашей дате имеется цифра 7, дыхмашрапана хода джукоты, значит, она имеет основу в продолжении пути активности, в новом бытие имеет роль. Сегодня как никогда тихо. Вы сказали, что после семерки не должно быть нуля. Вот если в дне рождения идет 27.04, то жизнь все напрасно. Миша живот хамаса, тижу корабаса, телефтоты, день дымашрапата, ты кто троты. 0.4 несет за собой основу обнуления кармического модуля. Дымашрапата, это тоже благо. Тоже благо. А 70 лет, когда человеку исполняется? Один дежурный масса, тижу коработы, масса, канна, расшифруйте, вы же знаете сами. Обнуление новой жизни. Бежимата, какие варианты еще? Здесь у работы цифра 70. Эхина Машерпана Зелихада. Что дает возможность? Всего. Ресурс для качественного обнуления. Здесь же Ман совершенно верно. Ой, молодец. 5. Это уже еврейский подход. Скажите, а 1970 год, ты родился, ты знаешь последнее? Дежун драмаса дежикоды баса дежи расшифровывать им активы. Ну, начало программы, там, девятка, начало, и потом опять... Меньше года, через обнуление, через обнуление, да. 1970 год, я спрашивала, те вы кто? 77 год. Последний, получается, воплощение своего? Лимашимада, 1977-й, дежукора босрапата, расшифровывайте. Мишимада, новая программа. Мишимашихана, девятка – это энергия. Больше дежукода, дальше. Долгосрочно. Это что-то очень новое.
Місін Демашра Падесі Жукоди Зліходери Масрасі Жукороботи Хана. Дві сімерки в конце подразумевает за собой Дужукоди Машрапиди активизацию качественной работы на системе старых программ. Дужукоди Басакана. То есть система пришла со старыми программами сюда в бытие, Дужукоди Боты Хана активизировать для того, чтобы быть далее Бушукоди в активном модуле. Бешеркан, то есть качественную работу планетарного состава. А можно еще раз уточнить, если восьмерка, девятка – это просто энергия, так все же энергия, в чем отличие тогда? А зимыш работа хада, либо как основа программы работает уже угодно хиромада, либо как энергопотенциал, в этом и разница. То есть 8-9 – это энергопотенциал? А миссия Интехана, дающие возможности, да. Угу. Миша Башерпат, но более в глубокой форме расскажем далее. Лимашин дружоды машерти и дружоды телехада биси, а бушендроты лих мотрах жукоды. Если вы видите в своем сознании цифровые коды, связанные с семеркой, дежун дружоды хиромасрапата, в любом случае система состояния таково, что лихмаса машерпата, система пройдет бишерпоты в новое бытие, басентемата даст ресурс обновления старых программ, дежерпоты с ресурсом качественной работы на долгие ресурсные состояния времени, ремешерпашикана, что принесет качество энергии, до коды и ресурсные поля обмена. Мича Машибата. То есть цифра 7 самая ресурсная бужукода в обиходе цифрового модуля. А вот еще такой вопрос. В общем, все за татуировками на цифру 7. Такой вопрос. Борь, подари мне свой телефон, номер телефона. Давно меня интересует, вот насколько все-таки хорошо в воскресный день проводить его спокойно, не ходить ни на какие практики, да, в уединении как-то отдыхать, или наоборот, это хороший день, чтобы сделать какую-то практику, медитацию. А больше что Маша Рапата, вы же знаете, что такое цифра 7? Дизелку Зубата, качество рабочего состояния, которое несет Рихмас Рамадахана, обменные процессы на продолжение пути актива Дежукоды, что открывают новые возможности. Лима Самада, соответственно, воскресный день Джубота Вата вам дан для того, чтобы вы развивались. Ход Джубота Масрапата. Вы здесь же коды не включены в матричные коды Масрапата и приняты системы выходного дня Лихмата Масрапата. Поэтому с пользой нужно проводить для того, чтобы активизировать себя. Здесь же кожа бота Лихина Асрабаскана. Опять же, все зависит от уровня сознания Хида Джубота Работа. Кто-то активизирует себя от большой усталости, Машакан через обнуление лежа на диване, он получает активный результат. Ну, то есть в воскресенье практиковать более ресурсно, чем в субботу, например. Ну, дежиматель хина, совершенно верно. Закладывать, да, новые программы. Мидели хода, закладывать новые возможности для сознания, матричные коды дают возможности машкана распектировки, лихмашрапат ресурсно ведут инструменты для бесрапита хан, для дальнейшего актива, а лидужу коды лихмашин дежиматра масрахада. Абсолютно новые сегменты башикода раскрытия происходят через цифру 7. Динда масамода лихазжика басрапат дежикода. Коснитесь вы любого кода Масандабата, потому как код матрицы он один, а Лидужукона Машрамича Карабата. И если говорить о цифре 7, соответствующим сегментом состояния является новая основа. Спасибо. Лижуюпата, есть вопросы? Рима Шанджуода. Еще такой вопрос. Если, допустим, я сегодня вижу много семерок, да, при этом говорится о том, что это новые программы, ресурсные, качественные, на долгий ход, с хорошим исходом. Если я завтра буду видеть семерки, послезавтра, нужно их как бы в совокупности складывать к текущему событийному ряду. Обычно джуоты, машруоты, хада. Вы видите, можете в течение дня много раз. Джуконы, хемасра, пашерти, дезукода, кана. Но коль матрица вашего кода работает, и вы дежукода вступаете оком в матричные коды, соответственно, дима шакана, цифра 7 является для вас явью. Али мушин джуоты, херамашрапата. А коль явью является, соответственно, матричная система позволяет уже коды вести качественную работу, бишемада в продолжении пути актива. Миссинды Машрапичихада. Если вы видите ее дужукоды, нули, четверки, Машрамасхан, соответственно, у вас система дужукона матричного кода иная. Понятно, имеется в виду, это к текущему событийному ряду относится, либо там на какую-то перспективу. Миссин дужу мотря дали маша писа и дежи карабата. Вы постоянно находитесь в матричном коде. Хида машрабаса када. Если ваше око затрагивает систему цифрового носителя бушукоды как кода, миссин дэ машрахана, значит по событию на место созидания. Бишин дужу работы, то есть на место системы времени. Лих масрабата. Если вы используете цифру 7 в системе голограммы распектировки разных программ, дужу кожу ботрабат. Например, лечу 7 дней, дима шрахарабаса када. 7 дней читаю молитву. Дужу коты хира маша мэдли баса када.
хада, 7 дней омываю себя святой водой, даже кожа бота хада, то, соответственно, ресурс системы качественной энергии, он дает свои плоды, даже кома шрападскана, при распектировке, даже кожа бота, голограммных модулей, дамашикана в зависимости от основы. Зижуада, вопросы? Нет вопросов? Ну что, по домам? Семь кристаллов. Мы собирали с мест силы кристаллы. Предлагалось 7 штучек взять, 7 камушков. Их нельзя разъединять, их, они все должны быть в одном сосуде. А можно джо термаши пата? Если место созидания, больше джо работы, несло за собой основы, вам было сказано именно 7, лихмасра пата, значит, только через концентрацию энергии матрицы они работают в полях. Мошер хода, соответственно, 7 и в сборе вести. Спасибо. Да, кстати, они часто говорят по 7 брать. Либо 21 тоже есть. Дежу, вопросы? Нет вопросов? А вот седьмая буква алфавита русского, она типа самая ресурсная? У Дежу, Нарбаса, Бишико, Дези, Башикан. Она используется в качестве энергии повсеместно всегда, да. Вот как... Видимо, часто используем. Какая буква, скажите? Е? Всегда говорили нам, что самое ресурсное 21. Вот и сейчас мы слышим, что из числового ряда 9. Лимушин живот Рамада. Самое ресурсное для программы системы бытия. Даже кода бата 21, как голограммный модуль. Димашрепата хида. Для программы матрицы 7 актива. Это большие коды, что дают работу и новую жизнь. Бишибата, они разные. Больше год, разный уровень, разные системы состояния. Хиджуор, больше кода. 21 расшифруйте для модуля. Новое качество новой программы. То есть не... Мишихана, какой-либо программы, да. Даже кода в основе... Бисимата, продолжайте. Мишипата, 21. Да, 21. Это новое качество. Новые ресурсные программы. Бишинджо работы, которые даны вам в обиходе, и Машрахана пройти как голограмму. Дужин ты Машихона. То есть вы вступили в контакт с матричным кодом, и на основании событий Машрапасахана вы сможете вывести качество. Римишримада, а 7? То есть, ну, 7 это новое качество на долгосрочной основе, ну, скажем, на долгий срок. И жимада, и все? Новая, мощная, ну, я не знаю как. Имиши работа. Кто еще раз повторит цифру 7? Дихмас энджио рабата, чтобы у вас дирикоды укреплились в системе сознания, в модуле. Сергей. Много ресурсных программ, качественных, на долгий срок, с хорошим исходом, с хорошим концом. Мишин Джуота Хана, Дилишико Работа Хина, с распактировкой модуля, Башрамада, разного модуля программ, которые дают возможность активизировать у Машиху Работа все матричные коды. Дима Шрипата, конца нет, и Хира Масахана один за другим дат качественную работу Башрахода Бата Дирикида, которые имеют значение роли актива Дима Шрихана в качественной энергии, проходя Дижи Работа Хана. Каждый инструмент будет приносить новое поле для раскрытия мембран Дихма Шрипата, то есть это качественная система состояний, Хоши коды, которые дают долгосрочную основу Димашрахана не на одной базе, как основной программы Джужу кода, если говорить о 2.1. Лима Сакада, а на системе состояния Джужу ботух работы активности модуля. Что значит на долгосрочной основе, если времени нет? Мишин Димашрахана, но для вас же считываются параметры времени в сознании? Уже нет. Ну, знаете, после айваски только тут дело такое. А скажите, 7-е число в дате рождения, то есть, ну, 22.04 и дальше, да, то есть именно 7-е, оно, если оно будет не семерка, например, а другое, оно как считывается? А Мишин Джуатра Машрипата, если собрать их в единую базу джуку работы и цельно в обиходе рассчитать как целостный модуль, те же Джуатра Хармаша Пиджикада, если основа всех цифровых рядов в системе сложения дает ему джуку работы цифру 7, то, соответственно, качественно пройдете это бытие. Угу. Мишихана с продолжением ресурса актива. Угу. Масамада, если сложите даты рождения, башиконный фамильный ряд.
Ну что, все задумались? Ну что, вопросы из зала? У нас есть еще 30 минут. Цифры, правильно? Как? Складывать, то есть можно, это тоже имеет суть и значимость. Зин Дамаш Рамаса Дижико работа. Матрица так устроена, что вы можете джибашкада оперировать цифрами всегда. До закона же работы Масракада. Если есть программа, вот вы до заработы как система существования человеческого поля, Рихмаса Машкана, вы имеете программу, фамильный ряд и дата рождения. Хида Машрапата Хида. Если вывести на одну цифру до Машрапаскана, вы тоже получите основной результат. Зима Шикана. Каждая буква, цифровой ряд, Рамушрухода Босрахана, собрать его единое поле, Хиджукоды, Бат Фибоначчи Джукоды, либо Фибоначчи несет основу, Дамашракада. Кстати, Фибоначчи знают, что тут же работа Хорбота, что такое бит или мада, цифра 7 Фибоначчи. Единое мада хода. Кто-то знает, говорите. Здесь же мада есть. Дижун Тумаш Рапада, Дижуко работы. К вам вопрос. Цифра 7. Между 5 и 8. 6 и 8. Дижун Тумаш Рапада. Почему нет? Потому как Машрапаса Харабата. Система Фибоначчи предусматривает систему голограммы. Режер кода – это матрица, которая Дибас Рапада дается для того, чтобы рассчитывать систему матричных кодов и Дижуко работы, давать вам поле. Рихмасра Масархана – там нет конца и начала Дижуко, там нет основы. Мишихана – там нет продолжения. А можно вот... Дизиматахана, есть система, да, активности. А можно разнести понятие, вот, допустим, система матричных кодов и по событийным рядам, я так понимаю, вот как вы... Алимашинджуоты, хирожукоры, басы, дижикоды. Каждая система состояния, когда вы внедряете в свое поле цифровой модуль, Лихмашрабасахана, вы находитесь в событии, дижуошерхана, вы же проживаете жизнь, дижукоды, масхан, находитесь в системе состояния познания, опыта, дижурботы, наблюдателем в обиходе, хидажирбасрапата. И коль ваша система состояния ока включается в определенные цифровые ряды, то Машикана, вы автоматически включаетесь в матрицу Дужубот-Рапата и проходите опыт. Зин Дужубот-Рапата. Но матрицу включаетесь как? Дымас-Рапата. Я наблюдаю время Дужу-Кода, я вижу коды на продукте, Машикана на одежде, ли Дужу-Коды, цифровые ряды своего телефона, Дихмасахана, это все матрица. Дома Широды Баса, ли Дужу-Кода. Но основа системы создания цифрового ряда, это и есть матричные коды. Димаш Рамас Рахода, потому как все закодировано в системе поля. А можно представить, скажем, если сравнивать тройку и семерку, что тройка это обычный обиход? Мишер Машахан, это стандартная форма качественного прохождения пути основы. А уже семерка это как квантовый скачок. Он дает возможности... на систему качественной энергии, совершенно верно, да. Совершенно другой уровень. Это качественная энергия, которая позволяет вести распактировку новых программ, Дежурбошихона, включает матричные коды, новые инструменты для работы Рамашрапата, это ваше развитие в полях. Ну, то есть, если сравнивать там тройка на плоскости, то уже семерка это будет как бы уже трехмерная. Ну, если Дежурботра Маса Дихида. Такую взять как бы условно. А Машрапата, она многомерная, потому как все матричные коды включены в активы, да. Мечендроты, мочроходы, делибасы, дерипаты. Разница великая стоит. Я еще понял, что 7 и есть семя жизни в сакральной геометрии, паттерн творения. Мечендроты, совершенно верно. Дымасы, дерипаты, бесконечный процесс, который дает качество и ресурсное состояние. Между Машрабосрапата Хина и 7 линий заложенного актива Жикада Бата и в системе формулы цветка голограммы Дужурботы Хана Диджихеда цифра 7 имеет колоссальное значение в активе. А можно ли сказать, что цифра 7 имеет энергию всех предыдущих цифр? Миши Мада Хана, даже просто семя. Пичеру Кода Бата, когда получаете плод, и Хида Жубота Хада приходит из семя. Пичеру Пада, голограмма вибрации, Диджикона Селихада Жукода дает вам тоже поле новое. 7 смертных грехов. Дидухадонсукоды, баты, диджихина. Совершенно верно, эти активы тоже можете считать. То есть можно окружить себя только цифрами 7, и ты все равно будешь и обнулять карму, и новые программы запускать, и качественно проходить. Алимусанджуон и хирасукуроци машипита. Если ваше сознание считывает эти коды, машрапата хана, и вы можете управлять в сознании этим материалом, дружукоды, баты, конечно, используйте их. Цифры 17 и 27. Можно еще раз?
Аліма Шахана самі давайте. Дуже кое більше храбати. 17. Получення нових програм і затем усиление их качества во всех аспектах на долгосрочный период. Что-то такое. Эжимада, цифра 27. 27. Прохождение в новом состоянии ранее полученных новых программ. И далее их тоже усиление в качественном, на качественном уровне на долгосрочной перспективе. Для новых открытий. Но уже это касается совокупности всех... Мішель Жуа, робоси Ромаса Рабіш-Репата. Ми далі будемо вчити систему цифрового ряду, дуже робочі робоси з ділі Маш-Репата. Тому як кожна цифра, кожне сусідське значення, воно має і дуже робота хана, определену роль. І дуже кожна хіна Маш-Репата. Ми зараз розглядаємо цифру 7 як систему голограми основи, дуже кожна бата. І кожен з вас має сознанням сприйняти те, що ваша біта, цифра 7, дає нове поле, нову життя Маш-Хана, нову основу. Ді Маш-Репаса Хана, на основі якої качественна енергія виробляється, дуже кожна дає нові плоди, як информационное поле Хида Масрапада подключает инструменты, новые возможные для вас и Хира Басакан для того, чтобы качественно пройти. Риху Тужукода, то есть это долгосрочная основа. Дима Сарапада и поступенчатая Джукурбота одна за другой программой имеет качество поля. А как тогда сюда укладывается вот аспект, связанный с завершенностью, который мы обсуждаем, что на семерке все завершается? Завершается и одновременно начинается. Миссиндрош Рупота, так и есть. И Масрапата, если вы вводите в матрицу обновленную форму, соответственно, старые программы завершают свои коды. Бюджет ухода в качестве энергии в модуле. Спасибо. Ну, у нас еще полчаса, наверное, нет, уже все. Можно просить еще раз кратко определить, что такое 7? Мне кажется, одно потом по тому говорят. Лижендросен, дижимаш рамаса хида, дижбаса пан тухтулиха жукода. Цифра 7 несет за собой основу. Обижен ты машрахада бисикана. Качественной энергии в рабочем материале. Хибашрапата, имеющий долгосрочную основу на распектировку материала матрицы. И бижро жукода, что дает восполненность и качественную работу. А можно более расширенное определение? Что, серьезно, не доходит? Не, ну все поняли же уже. Не поняли? А сколько мы усвоили сейчас? Алимашендрумасрамаса джижиказа башрах и рабата джижикоды алихмашрахана. 47% усвоенного материала. Тяжело? Да. 50 на 50, поэтому будем 47. Алимашендрумасрапада джикида. Какие еще примеры могут быть стали активны? Машендрурабасрапана. Зили кто ли пошу рубоши пат? Ответьте мне, пожалуйста, дужуанд в Масрахаде Зилихана. Цифра 327. Ну кто-нибудь, давайте. Качественное прохождение новых программ с открытием новых полей. Мишеру Мотахана с возможными энергиями, Дужубота Харабата Хейда, дающая систему долгосрочной основы, Димаш Рамасахан на качество системы бытия. Тяжело? Алимашендро, Атахей, Машри, Дили, Жукоды, Баса, Дижи, Басра, Панда, Хутазакада. Цифра 7 несет за собой основу системы энергоресурса. Пышет Жукоды, который позволяет вам выйти в восполненность поля Башрапаса Хада, то есть включить матрицу системы кодов ресурсных состояний. Рих Машрапата Хана, включить инструменты для работы, которые являются для вас в Машрапата Хана активным модулем раскрытия. Рих Башрапата Хана, что является долгосрочным бытием. Кто не понял? Есть в зале? Руки поднимите. Можно просить, вот есть несколько слов по поводу цифры 7. То есть, если, например, 5 – сила и мощь, 6 – гармония, то 7 – это что? Мишимата – новая жизнь. Бишербашахан – новое поле. Лихмасарпеси – джукода мат. Начало. Рихтежибасахада – абсолютно все нововведенные программы матрицы, которые дают свои ресурсные состояния. А вот чтобы еще больше процент усвоения материала был, можно пояснить 7-0 и 0-7? Миша Мада, сами расшифровывайте. Ну, расшифруйте 7-0. Ну, расшифруйте вы, пожалуйста. Миша Мада, кто сможет? Не очень качественно. Лима Шерхана, 7-0, больше тоже вот Ахира Масахи, Дагалыш Рупоты. Кто сможет расшифровать?
7-0. Потому что 0 – это обнуление. Боже, ман, совершенно верно. Дуже роботи мастера, пана. А 0,7 – это обнуление и последующий выход на качественные ресурсные программы на долгой основе. Миша Машер Харабатов, долгосрочное бытие актива, да. То есть, поняли, нет разницы? То есть если 0 – это завершение программ, то 7 – это и завершение, и выход на новый качественный уровень, новая жизнь, да? Миша Дежумота, Хиромаса Пиши Коды, Али Машипата. Тут не говорится, что завершение. Миша Масара Пасакана – это улучшение качества структуры. Миша Масара Харабита Коды – завершение – это обнуление в кодах. 0. Али Масандабасара Хижикада – это форматирование старых программ в новый формат с качественной энергией полей. Маша Мада, разницу понимаете? А вот в имени Хамилия 7 букв. Не случайно, наверняка. Алина Зожевна Хамаса Жукода или Хидмаш Рипата. На самом деле, обратите на имена Хиджубуш Рукода, когда имя составляет 7 букв, Алих тоже Маш Рипата, оно обязательно принесет ресурсы качества. Миша Дубата, сейчас спросим, да. Алин же он уже отдыхает, уже роты, а лих масса, директор уже коны, а директор он домины, здесь же крот, рамаш, рапас, рахады, директор уже коды. На самом деле, получив информацию информационного модуля, вы можете башрамада, пройдя опыт, измерять эти состояния и даже коробата, дабы восприятие ваше было более мобильным. Ход же отдыхает, рамаса, дежиката. В вашем мире бисин дымаса хан, абсолютно все связано с цифрой 7. Даже коробата, чего бы вы ни коснулись матрицы, дымаса, рамаш, рахарабата, абсолютно определенное поле, а Алихмаса Машрахарабата Хида, дабы вас вывести в разумный подход, в развитие Машукона, в качественную жизнь, Алихмаса Рахарабата по всем программам имеет роли джупоты, связанные с цифрой 7. Есть такое понимание, что есть 4 стихии, где 3 еще? Жимашу далихоты субботы Алехандра, а дижин трумоши масали далихоты зукоды. Есть много отформатированных модулей, которые не связаны с цифрой 7, дыхмашрос работы, что здесь не обязательно, она по всем работает. А можете выдать зрителям и тем, кто это увидит это видео, какое-то домашнее задание? Ну, какая-то ежедневная практика, которая позволит им лучше понять, усвоить и подключиться к этим цифровым активам. Али Мушин Дроши Рабас, сидели кто за Мишер Сакана. Есть неусвояемость в зале по цифре 7? Нет. Серьезно? Сколько? 53%. Ну, за Маш работы, для их даже конца и Маш Репита. Ну, говорит, будьте честны, есть неусвояемость в зале? А Машрабата, задайте вопросы, Дижу Козыбата, давайте проведем распектировку для того, чтобы вы осознали. В системе дизайн человека говорится о том, что мы сегодня уже не семицентровые люди, а девятицентровые. В одной из лекций вы говорили, что два центра – это Земля и Солнце. Рахарабата, совершенно верно, да. В связи с этим вопрос, есть ли какая-то вот взаимосвязь между цифрами 7 и 9, и вот что на самом деле имеется в виду, что мы 9-центровые сегодня? Алима Шаджуробота, взаимосвязь есть у Джубашрабата, потому как цифра 9 – это энергопотенциал Джубота Хана, а цифра 7 – это основа матрицы, а Джубашрабата, Джубашрабата, если говорить о системе создания программ Джубота Хана, все-таки вы имеете 7 чакр, Джубашрабата, с помощью которых вы работаете, а Джубашрабата Хида, 9 чакр – это то Земля и Басама Шарпата Хида и солнечная энергия, которая поступает в ваши активы. Дуже Рубота – это отдельные программные модули. Угу. То есть мы просто люди, которые связаны с космосом в большей мере, чем раньше люди были. Басакана. Вы структурные энергосущества, которые эфирно работаете в матрице, Дежукожи Мотра Харабата Хина. Находитесь в матричных кодах, пришли с цифровым носителем Дебасакана, дабы отработать свою программу. А лих тоже вот такие машереписи, дебаты, дежукоды. И каждый пришел со своим кодом для того, чтобы отработать определенное ресурсное состояние Хида Маса Машера Харабата. Но все это программы. Благодарю. Миша Джибата Хида. Все программный модуль в этом активе. Это что, вот ответ такой? Вопрос по усваиваемости, наверное, такой, что люди не понимают матричный код и мембранный код. Алима Сад...
Ліди ж мошу моша хан, це ще навірно, бо це дуже багато ліхід же коди. Що таке матричний код? Ліх мастер моша хан. Матричний код – це все, що вас окружає в голограмі програм, в кодушу бота хана, де ваше сознання є активним матеріалом в робочим состоянии. Рим Шрипата, все, що вас окружає, це все матричні коди, бішрипошихони, дмаса хан, це все цифрові ряди, які мають за собою програму, дмашрипаса хана. Кожна програма зацифрована, і дуже багато роботи несе за собою основу. Обещаем ты ваш репейси коды. По матричному коду понятно, Димаш Рапада, соответственно, система цифры 7, держу кожи бота, вступая в матричные коды по любому программному модулю, Рими Шермада несет ресурсное состояние качественной работы, домашеканного исполнения бихмада всех матричных программ, держу курбаши кода для того, чтобы получить качественную работу. Здесь Димаш Рапада хан, но при этом основа долгосрочная, которая дает возможность Рими Шермада как энергии ячейки структуры и ваши существовать. Рими Шермада Рахарбата, то есть эти программы отражаются на монадическом звене, держу кожи бота на систему хода событий, держу кожи басрапата на системе земных программ, как система эфирного состояния, и держу кожи бота рамада, потому как система имеет долгосрочную основу бытия. А можно на галактическом языке цифру 7? Дизин тоже у нас или кожи бота хида, или кожи бота хина сина храна ухтамана. Аутемана? Сихтена Романа. Сихтена. Сине. Сине? Да. Сине. На Э заканчивается. Зихте? Зихте? Зихте сине. Зихте сине? Зихте это шесть. Сине, сине. Сине. Алима Шантужуана Хеймаш Рамаса Хада. Хорошо, если говорить о том, что Бусиндже пишет Пата Хида, а Бусиндужуоте цифра 7. Человек входит в новое поле. Мишримаш Кана. В школу идут дети. Мишримаш Рахада. Новая программа. Зиндужуана Машрапата. Дежикада. Что еще с бытием жизненных активов связано с Дужирпаса Хана? Цифра 7. Дизику работа. Кто ответит? 7 лет уже в храмах на исповеди сами несут. Масимада новая программа, жижу больше кана, что еще? А вот 7 поколений, то что считается. Миссинтримашрапата одно за другим дает новую программу, джукона новую монаду и бисирабаша кана. 7 поколений тоже являются статью. Басрапата, какие еще? 3 по 7 алкоголь нужно. Что? Ну кому что? Так, что еще по 7? Давайте, раскачивайте сознание свои. Лима Шимаш Рапада Хейда Зукожи Кода. Если проговаривать, пропивать цифру 7, джимашкан использовать во всех матричных кодах, позже коды, номера телефонов, автоматы джимаш Рахарабата, система лишь иконы цифровых носителей, где используется Башимада, она всегда вам даст ресурс и долгосрочную основу. А если татуировка? Лихмада то же самое. Как это даст? Например, вот человек сменил номер телефона, и там семерки. То есть как вот это работает? Вот расскажи нам, у тебя семерки, что там у тебя случилось? Не, как это работает технически от матрицы? То есть я там. Ну, машинтели, машрамидели, хуже коды, масрапата. Каждые коды цифрового носителя, они имеют за собой основу того, что алихмутра хира масрабишер машракада. Когда вы вступаете в голограмму с цифровым рядом, дуже бошракада, вас записывают какой-то носитель, лихмасрамада, соответственно, матрица является активным участником дужуку работы, неважно, это паспортные данные, это телефон, лихмош рабочей работы масрапида, к вам приходят эти цифры не просто так. Лихута масса дужубашра мид или пасан дейханамада, и если особенно финансовая энергия заложена от бужукода через цифру 7, она дает активную основу, басрабата, поэтому система дужукода, носители денежного носителя, масрапата хида, ресурсные виртуальные деньги в активе думашкан, то, что называется кредитными картами, хида масрапата, они принесут вам достаточно долгосрочные срочные поля. Маша Хан, то есть ресурс качественной работы. Все это, получается, привлекает, притягивает новый ресурс, новую жизнь. Маша Мада, новую матрицу. Весь друг же кода Маша Хана. Новая матрица – это те коды, которые будут в работе заложены в программном обиходе. Маша Хана – все, что называется житием.
Ліга отримався Римич Репата, дві ліга, де дуже коди. Чого би виникав, то все зацифровано. Римич не бачили ті зі коди, для машин дірмаса, ті зі коди боти. І ви також можете цифру 7 використовувати в своїх кодах житті Римича Кана для того, щоб качественно проходити актив. То він це може роходи. Якщо ви себе зціляєте, значить Маша Кана плануєте 7 днів підряд. Рів дуже коди Баса Када. Якщо ви плануєте відпуск 7 днів, де Маша Репата, вони принесуть ресурси, вже коди Маша Хейрбата. Якщо більше-менше, ви не пройдете в качестві. Його теж матель хіндро робосрахада. Якщо ви назначаєте встречу, то дуже роботи, воно теж має основне цифрове поле. Ліхмаша мата хада, договора, все що угодно, тяжелий мас рапата, все що називається матричними кодами програм, ріду жу коду, несущі цифрове поле цифри 7, воно несе довгосрочну основу. Масабата – это матрица, бешентужуата хиромада, которую вы можете использовать в своем сознании для ресурсного состояния, и хида масрапата, соответственно, активно применять. Лиду же коды бата, но если вы пришли с кодами уже, а басрапат составляющий цифру 7, дымашраху работы, соответственно, вы также можете рассчитать свои коды за масрапата хада и качество существования. Выше код, насколько долгосрочную основу, римашрапата хана в земные программы, в планетарный состав, тоже работа хана с какого поля, лихмаса дежигота и мишрапата, самое ресурсное состояние в Вселенной, бешукода, поле абсолют это седьмое, алихмашрабата, потому как энергоструктура, системы подачи в основном в активе там, алихтужуота машракада, поэтому души в основном здесь имеются седьмого планетарного состава до машракана, потому как матрица участник системы долгосрочной основы, дижукужуота или пинахада, и все системы состояния активы связаны с цифрой 7. Башрапата, что дают ресурсы парабашкады и дальнейшее бытие программ. А как можно подробнее расшифровать, все же семерка связана с финансами и с этими энергиями? Как это работает? Тебе осталось кредитную карту на семерках и все. Лежу на семерке, массы же кармасы, дети коды. Коль говорим опять же о кодах и машрамасрапата, вам приходят те цифровые данные, которые несут за собой основу алихмошрамада, вашего существования, хида машракана. Вам же не просто так приходят данные, система цифрового носителя, который башрапата хиды дают вам актив духу машрахана. Вам пришли паспортные данные, соответственно, вы проходите программу. Римич рухода, вам пришел номер телефона башрапата, соответственно, вы идете с ним. Лихмашрапат, но это же все матрица, соответственно, для башрапаса держу кода. Каждый цифровой модуль, он имеет значение для матричного кода вашего поля. Римишакана, для ваших дат рождения, для вашего сценария и так далее. Римисиндебада, коль он вступил с вами в матрицу, соответственно, он несет ресурс. Дохту машрапата, Масрахада, Диджипит. И дабы помочь активизировать у Машрапосрапата Хана Диджипата, тайная программа, она Диджирубота, имеет энергию поля Хина Масрамасакана. С помощью цифрового сегмента Дубашакана, опять же с помощью цифры 7, вы можете ресурсно Абасарухарабата, Диджикида, помогать активу вывести Дубашакана на долгосрочную основу, на качественную работу, Машакана на новую жизнь. Мишентуоли имеет хада, соответственно, димашрамасрахи даже коды, дэвэрамасакана. В любых кодах вы можете базрамашракада усилить систему цифрового носителя, и вам принесет мембрану. То есть к семерке восьмерку прибавляй, и будут финансы. Да. Правильно? Почему восьмерку? Ты уже знаешь все. Надежон тяжелый, хинжон, машрапаса, дихада, дельхада. Если говорить о мембране в целом, как программа, да. А как собирается? Алима Санты Машамида – это все энергия, это активы. Нет, понятно. Вот у нас, допустим, имя, фамилия, отчество. Вопрос. Как собирается матрица? Вот фамилия, имя, отчество, там год рождения, все имеет много цифр. А матрица состоит из 9 позиций. Машимада Хирибата, матрица многочисленна. А, все-таки многочисленна. А Диджухе Машикана на основании 9 основных цифр выстраивается в кожу Ботра Машикана, но нет конца и начала. Ринзужуку работы, Мишримаса, Диджикарабаса, Дитухтоте. Даже программы в компьютере пишутся на цифровом модуле. Мишикада, это же тоже матрица. Ну да. Зима Шрипата, Хиде Кода. Ваша электроэнергия, Башикан, цифровые носители и куда, имеют. И куда тоже там коды, надо это матрица. Вставлять? Что? И куда там надо семерку вставлять? На луп, наверное, я не знаю. Дижимотра мосты, дижимасра мишрапаты, дижикеда. Если вы находитесь в матричном активе, рибишракана для усваиваемости вашей, дужикона мишрапата, матричный актив – это то, что вас сопровождает. Рибиши мишрахана, к вам приходят все цифровые данные. Басрахана, вы живете в определенном номере дома, квартиры, мишрахана с определенным телефоном, рихтужуора, бошикона. Все, что называется житием, это все цифровые данные, они заложены. Лихмасакана, они к вам пришли, это событийный ряд, который заложен вашей программой. Дижутот масса дижиката, дозугор боты, соответственно,
Соответственно, каждая цифра работает, и Машипата вы также можете считать поля Абашир-кода, все информационные носители, которые даются вам в подаче. Мишер Машихада, это ваш сценарий. Дохтожу нахина Машипаса дижи карабаса пан дохтоуна мида. Но при том, что вы осознанные существа сейчас в активе, лихмашер Масахана, с помощью цифрового ряда вы можете менять голограммы, усиливая процессы свои. Дижи Матра Масахада, Дузу Кулебита, вы же выходите в качественную жизнь, дабы димасрапата уйти от деструктивного состояния, уйти от матричных кодов, которые ресурсно не нужны вам. Джибата, вы осознанное существо сейчас. Лихмашимада, вы применяете цифровые данные для того, чтобы ресурсно существовать, их ежекоды. С помощью цифр вводите коды в матричные активы. Дихмасахан, неважно, проговариваю ежекоды, смотрю на них, это масрапата, использую на теле. Лихмутра Машабичрикад, но при этом система матрицы, когда вы вступаете в контакт уже бота-хода, в голограмме звука, визуализации, в модуле, лихмутра-шрапата, это несет основу системы подачи Машрапата, то есть энергия уже включена. Дихмутра-моды, и, соответственно, через эти носители модуля цифр, Дихмутра-масахан, вы включаете параметры, Дихмутра-хода, обновляя форму созидания, Хира-масрахана, что приносит вам свои плоды. А как вводить коды в чакры? Машинду Ошинты Мошрихида Абасентра Арбата Дужуко работы. Каждая чакра имеет тоже цифровой модуль. Миссинты же Машрапата усиливать точно так же. Здесь же Машрапитер Пата. На первой чакре три однерки работают эффективно. Доза работы Башрапата, на второй Тварбасакан двойка, на третьей тройка Машинды Машахары Бисрапата и таким образом активизировать мембрану. Мы берем какой-то код. Мишинд работы, пропиваете, дуже мощно патахина, через систему цифровых значений, активный башкан, через цветовые ряды, дуже козы боты. Это целая наука для вас модулей. Машрапата, вы только начали изучать. И мощно басахана, вы берете основу знаний сейчас. Алих мощно масахана, чтобы эхмида складывать свои активы, думаю, что работа хан, нарабатывать коды, чтобы активно существовать. Ясно. Ну, мне кажется, все про цифру 7 понятно, или вы не поняли? Или так себе? 47 подняли мы проценту своей. Риндежуны, синдежуны, мастерпасы, дежикурбосрапан, дежипата. Объясните мне цифру 47. Как обнуление кармических связей через деструктивные события и выход на новые ресурсные программы. Мошимадахана, дежибешихада, что дает возможность выйти в качественную долгосрочную основу. Лихжипата 67. Это гармоничный, наверное, гармоничный запуск новых ресурсных программ на долгосрочной основе и выход на ресурсное состояние. Бижимада, матрица. Алижутрабаса, джижипата, дзихутолемошиходы, масалихирабата, 37. Мишимада, 37. Что, никто не знает? Качественное прохождение с последующим запуском новых программ. Мошримада, Башрипата, 73. Новые программы в качественном. Бишримасрипата, совершенно верно. Башрихода, разницу чувствуете, да? Бишримасрихирабата, хода. То есть разные обменные поля, разные матричные коды. Мошримада Хана, 27. Новые программы в новом режиме, в новом, с новыми возможностями, с новой жизнью. Мишидуоды, 17. Ежендуру моды, совершенно верно. Хиджоты, башатина, башарада, башаху работы и мессиндили машимада, харабата. Ну, говорит, сознание уже включается, система выстраивается. Худу масрапана. Не вопрос, а, наверное, такое наблюдение. То есть не просто так цифра 7 стоит в телефонном коде России. Машима, совершенно верно. Хожу роты хина жугона масса, дижи курота машрепина, дзибасали хида, або сыто гроты машикада. Это действительно является мембрана матрицы основой для того, чтобы вы существовали, активизировали поля. Рима шикан на качестве системы монадического звена дижи кота хир мошер восрапата. И система новых программ дозору кода была введена изначально, так как вы приняли формат инструмента в модуль. Ты машрепаса хада, хидеры пашеркады. С помощью сотовых телефонов вы сейчас контактируете, машикан это новая матрица, которая вам дана. Еще также код региона Москва 77. Мишинтелю Моши Пота, расшифруйте его. Миши Масахан, Москва – самое энергоресурсное состояние, дуже больших работ МИДы, выделяющее звено в территориальном округе России, Арибыши Машрапата, что несет ресурс активы, дуже боты, соответственно, все матричные коды основы Башрапата самых качественных программ проходят там. А 78 Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург не только культурная столица, но и финансовая. Кстати, да. Кстати, да. Мишин Мада раскладывается. Маша Масахана, понимаете? Да. А можно уточнение такое, не непосредственно к семерке относящееся в целом? Вот если ты получаешь какие-то цифры в матрице из определенного сценарного ряда, то есть это вот тебе, да, ну там номер машины или там номер квартиры ты покупаешь, и ну ты понимаешь, что ты ее купишь, например, и случайно видишь какие-то цифры в договоре, номер договора заключаешь, и уже там есть эти цифры. Вот это один формат получения матричных кодов, так скажем. И второй формат, когда ты видишь эти цифры и говоришь, там, не знаю, поменяйте номер телефона, поменяйте номер машины, я хочу управлять матрицей, там, и я пытаюсь... Хана, это зависит от вашего сознания. Хуже рубоши рубоши рахарабата. Если вы уже задаете такой вопрос, Маша Рамнишрипада, значит, уровень сознания позволяет рассчитать коды, хитрых рубоших работ и оперировать этим модулем. Но вопрос следующий, я прошу прощения. То есть есть вот эти два формата получения матричных кодов, когда тебе они как бы изначально даны, как сценарные, и когда ты этим управляешь и сам там... Мишимат рахарабата, в этом и разница тройки и четверки, даже больше хода. Либо я управляю и качество ввожу в поле, а лихмастен даже вот и мада. Либо я прохожу опыт и мишрых работ и прорабатываю активные поля. Без синтезиоз шипата. В этом разница колоссальная. Вопрос в следующем. То есть, есть ли разница в степени и в качестве работы цифр, когда ты сам ими управляешь, когда они тебе изначально даны без твоего как бы участия. Али Мушин Джуатамада, сознание человеческого сегмента в третьем формате не предполагает системы рассчитки цифр джукода более глубокого, нежели система основы. Лихмас Рамаш Рахада, почему вы сейчас осознанные существа в переходе в осознанном состоянии хидозакада воспринимаете эти модули димашрикода, потому как вам матричные коды позволяют рассчитать эти информационные поля? То есть нет разницы, там тебе это просто дан этот договор, или ты меняешь цифру, так же работает? Сознание не сработает в качестве работы. Это же коды Масрахада. Вы их примете и будете его же коды исполнять долг и Масрапад, то есть проходить свой сценарий. Миша Масрапад, хиджуко работа хода. Если уровень сознания позволяет выйти в модуль, до Масрапад, Сарапад, активизировать мембрану за счет числового ряда, до Масрапад, Сарахада, то вы можете у этого кода улучшать свою работу. Заебмасра Машахана, чем цену четвертое поле, тем, что до же коды бата вы усиливаете параметры с помощью сознания. Лихмасрахана, активизируйте мембрану на качественную энергию. Лихмашахана, оперируя кодами, Дамашахана различными инструментами, джукода Масрахирабаскада. Соответственно, вам система сознания позволяет от джукода выйти в низкие коды, Машрахана отработать деструктивный материал. Римасрабатахада, управление кодами – это основа. То есть от уровня сознания зависит. Моси Машрахана, от уровня вибрации, да. Спасибо. Что? Вопрос по другой теме. Ну, есть у нас еще время? Ну, если ты готова. Может, мы завершим семерку? Так мы уже завершили, да. Уже сколько ее можно обсуждать? Дожи урабаты хирома сажба. Усваиваемость уже была же 69%. Гармоничная. А можете все же дать практику для тех, кто познал, что такое 7, но еще не познал, что такое 8 и 9? Какую практику, Борь, ты хочешь? Какую практику? Ну, там, отмечать, например, там, замечать цифры, пытаться их расшифровать. Алимаса Машрапата, дирижу кода, Альбиши Машрапата, чтобы вы понимали, как работают матричные коды. Хина Машрапата, наверное, каждый замечал, когда вы получаете систему в осознанный модуль в виде знаний, Хамашкана, определенный цифровой ряд, Хида Башрапата, Хида, сразу матрица начинает быть активной. Рихмотра Машрахан, то есть вы получили знания, Хида за коды Бата, проекцию выделили, Башракоды, и вы встречаете в своих кодах. Римаши Масахада, почему мы плавно заводим материал информации, Дикмаш для того, чтобы ваше сознание воспринимало, активизировало, адаптировало даже кожу бота. И таким кодом начинаете работать, Машрахана, с помощью того, что вы обретаете знания. Доктор Мушаделихо Джоты Масрапина Дебасрапата. Точно так же работает система матрицы. Хир Маскана, мы выдаем материал, либо же кода, либо другие мастера. Лихматра Масакада, вы вступаете в матричные коды, бушрухода, и цифра 7 начинает активно работать. Римаши Машрапата, сейчас наблюдайте за состоянием Хисакана, насколько ресурсно оно будет выдаваться. В полях Дамашра Масрапита это тоже запланированное событие для того, чтобы вас ввести в активы. Дужукона Машра Баскада, потому как система качества бытия зависит от вашего уровня сознания дальше. Дихтужуона Хирмоса Демасали Хиджуота Моде Амишрапата. Если вы сможете управлять осознанным модулем этой матрицей, Дужукора Баса Мадакана, соответственно, и качество бытия будет иным.
Мошербаты дебичахиды. Бесемадарух роботы. Вспомните, когда цифры имели основу как систему подачи знаний. Хида Машрапата. Дужукода. Выучили математику. Дих Машрапата. Расчетные системы различной формы. Лихмасапата. Это основа. Дежукурубос рукода. Но дальше никуда не уходили в коды. Римас и Машрапата. Потому как сознание не позволяло рассчитать более глубокие форматы. Рипа Шрапаса Хада. Поэтому вы дежуруботы управляли цифрами именно на основе того, что лих дежукурубос шермада хада. Войти, заплатить денег, расчетной системы. Систему вступить в контакт, тоже конный мечрепата, позвонить кому-то, лихмос работы, но это не все. Эймашемина, понимаете? И когда сознание включает параметры основы дежукода Машрапата, то есть с помощью кодов выводить материал на более качественную работу, соответственно, Дымашракана, вы можете управлять сознанием Дымашракана, с помощью голограмм составлять все программы и активизировать их в мембране. К сожалению, еще не все рассчитывают эти поля. Лихмасантру работы Машрахарабата. Но при знаниях, при дужуботах, анцифровых носителях, при кодах, рихтужора басрахана, возможно, состояние системы замены программ, она в каждом из вас уже ботов, в переходящих сегментах и в четвертом модуле. Ой, вы так глубоко задумались, что, прям все серьезно? Тогда мы благодарим Ирину и цивилизацию Хамиля за эти знания. Дежендро Мош работы. Знания еще будут глубокие, их уже утром Машра Месипата. Вы только начинаете познавать голограмму, как в первом классе Димашрапата, дабы активно существовать. Уже кота хиры Мош работы Масра Пины, поэтому система цифрового носителя – это основа, чтобы каждый понимал джукоду Масрахада, потому как коды системы значения кодовой матрицы Димашкана, оно велико. Легко за них жукоды сиды Димашра Масрапата. И каждое сознание, коль воспринимает, что матричные коды – это голограммные модули, лихмашакан – это цифровые носители, дежубошрипата – это основа вашего жития, дежукода масакан, с помощью которого вы существуете в этом мире, дохмошимосрапитакада, рассчитав осознанием дежукода бата, управление – это основа на дальний путь развития вашего поля, бета-мада и вашего хода. Рибаса. Рибаса.